Тайники. Белый. Да, что? С правой стороны кто-то убежал с толкеров. Так и не возвращается на горе. Я видел, но это свои. А, он вроде убежал уже, я отсюда возможно. На воздушной. Возможно, но вот я тоже. Вот это. Сказали свои. Будьте на чеку. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради. Червоный золотой. На три. Какать хочется. Усилия какать хочу. Сейчас ты прострелишься. Да, только банчиком стреляют. Да пусть стреляют, ну. Ты слышишь? Да. Это может быть военных подсов. Есть люди, которые стоят так вот на холмах, наводят военных на стол. Понятно. Кто где ходит. Ну ладно, главное, что не по нам было. Конечно, не люди. Людей избивают. Welcome насилуют девушек. Welcome to это какие-то отбросы, ренегаты, насилие, наверное. Насилие. Какие еще ренегаты? Это кто? Форме. Пройдите, пожалуйста. Да это он про вот этих вот типа сталкер. Ренегаты типа какие-то. Термин такой не знаешь. Это сволочи. Ренегаты это типа отбросы и прочие. Да вон там кто-то спросил, ренегаты кто такие? Не знает, не знает, знакомые КПЗ. Все, успокойся, брат. Да, проходим, проходим. Пойдем свидетели, пойдем свидетели. Так, сталкеры. Вышел. Сталкер вышел. Да, а мы свидетели, мы свидетели. Пройди, я потом к вам подойду. Олежа, давай назад. Мы сейчас уйдем. Нам домой надо. Ничего себе. Откройте дверь, алло. Ты че там стоял? Я не... Открой дверь! А меня кто-то, кто-то пустит? Да, нет, пустит, сейчас, а ты... Главное, что с дырками, а у нас дырок нету, нахуй. Ну, потому что мы не дырявые. Да, потому сейчас, что дырявый человек. Поставь, пожалуйста, я так не отмазался. Все, уже. Все, ладно, ладно, что за пена-то на ровном месте, успокойся. Ион, привет. Так мы КВН же, КВН. О-о-о-о! Че ты сейчас была? Он нормально, типа, через такие окошки с дробовиком на спинах? Какие окошки? Так мы худенькие. Через такие окошки я могу телевизор вынести на за 2 минуты. Всё, я понял. Ладно, минуточку. 50 дюймов. Вроде можно проходить. Хочешь? Нет. Короче, я была у Сидора, началась стрельба. Там выхожу, смотрю, кабанчики в деревне мертвые лежат. Ты их раз помацала. Ночью же и костер. Я подхожу к костру и смотрю, один сталкер. Вот похож вот на того, который вот на машине сидит. Вот такая курточка. Капюшон, не знаю, он не он. Вот, и против этих троих. И он нам говорит, типа, оружие уберите, типа. А они говорят, нас староста, или староста этот. Вот, нас этот, Сидор попросил, типа, деревню охранять. Вот расскажи, что там было. Просто рядышком стояла, все слушала. А потом, когда они начали его бить, он убежал. Я тоже отошла, и они, уходя, сказали, на АТП живут бандиты. А, нет, да, короче, началось он, все с он, того, типа, что, блядь. Он типа говорят, работал, работает с этими бандитами с АТП. Белый, спроси доказательства. Короче, дед сказал, расскажи, да, что вы сбили, блядь. Прилетел дед на этот на деревню, говорит такой, ебать, тут типа бандиты на ЗТ там. Кто там были АТП? С... Простите, что я отвлекал. Кто там был с свидетелями? Конечно, мы вот пойдемте, мы зайдем. Давайте, давайте проходим. Конечно, мы здесь. А что случилось-то? Свидетели 3 зашло почему-то чит. Идешь? Что, здесь мы вообще? Ты идешь? Да, да, заходим. Пуля со мной. Проходим. Опознавать. Я говорю, извините, у азиата. У азиата ножик, извините, он говорит, я людей этим ножом резал. Посмотрите. Разоружи, пожалуйста, всех. Товарищи, а может... Алло, а может главного свидетеля? Да давайте мы, блин, здесь пообщаемся. Кого вот эти трудности там, бля? Они, возможно, не свидетели, а вот эти двое в... Я тоже так думаю. Они, возможно, клевету на... Вот только начни ее лить, я любого пристрелю.
Раздеваемся до гола. Сейчас. Пуля, следи за вот этими тремя. Он главный свидетель. Я Джейн. Один идет в вашу сторону. Вот это ботинки можно оставить? Можно. Слушай, дружище, дружище. Черный, блядь. Еще мы расисты, да? Все, Якут, раздевайся. Якут, блядь! Заварись! Якут! Раздевайся, парень. Правильно, легче заткнуть человека. Нет. Вот этот дед, который... Падла, раздевайся, я тебе сказал! Да, блядь, подожди, ты видишь, блядь, он шаман, подожди, не стреляй, он шаман, блядь, у него бывают трипы, ну заебал. Так, ты, блядь, хоть бы спросил бы, чё с ним. Чё за дрова-то, она? Ага, разряженный был, да, говоришь? Да? Ага. Разряженный. Нифига не разряженный, да, дружище. Я не говорил, что он разряженный-то, они сказали. Товарищ сталкер, отойдите, пожалуйста, вы мешаете съемке. А мы не заходили. Какой еще съемки? А что за съемка, ребят? Что за съемка? Да, давайте, голос мужиков снимать, правильно, отлично, отлично. Я тебе говорил, помолчать. Можешь по-дружески просто помолчать? Это называется, ты чё? По-дружески? Если вот по-дружески, то могу. Ну вот, спасибо. Снимай, пожалуйста, а? Голый. Разбудите своего товарища, пускай раздевается. Да, у него шаманский тип, браток, ну тебе. Товарищ в зеленых курточках, отойдите, пожалуйста, от входа. Прям мы свидетели, главные, нам еще охрана нужна. Ты, бля, камеру загораживаешь. Так, где камера? Это же дальномер. Вот он. Нормально. Кто это сказал? Хорош пенить, там. У тебя камера? Иди внутрь, и заходи внутрь. Ну, сейчас, там дай, есть хороший угол. Я ничего не делаю, успокойся. А ты какой-то агрессивный бой. Хрен его тебя знает. Ну, дружище, я же просил по-дружески, ну, тихо. Да ну, он в человека целится, блядь, у него башку не в порядке. Бля, не садись на холодное, блядь, геморрой, блядь. Вам уже разницы никакой нет, геморрой. Чё, это разницы нет? Какой срок мотал, дружище? Что? Давай, рассказывай. За что? Я не мотал что? Вообще. Ой. А чё сленг такой блатной? За какой? Что? Блатной? Какой? Ну что я такого блатного-то сказал? Ты да, давай, да обычные мужики мне. Мы работяги, во что? Работяги, не, ну, работяги. Подожди, ну какой блатной? Ну, что же вы делаете? Где в моих словах блатной? Может, дашь мне камеру? Вы жалеть потом будете. Чё? Может, дать мне камеру? Происходит содеяние. Наши совести, дружище, с нашей совести всё хорошо. Дай мне писать, а ты с оружием поставишь. Язык сказать, что на АТП находятся бандиты, когда вы, ребята, докопались до девочки 17-летней. Ещё ну, мы рассказали то, что было. Мы здесь да? Мы рассказали. Почему нам всё, свидетели вот эти рассказывают обратное? Да потому что эти свидетели работают на ваших бандитов, как до вас не доходит-то. Да? Да. Конечно. Ну мы сейчас все выясним, дружище. Что же делать? Дружище, ты столами не тыкаешь, и по морде не бьют, и рожи не полосуют. Ты ведешь запись? Да. Слушай, да. Если бы ты был хорошим, я бы не... Я тебе хоть сказал успокоиться. Я не послушал. Мне пришлось принять. Блин, вот смотри. Логично, что... Ты чё одеваешься, ты дружище? Успокойся. Ну, мне надо пораться. Вот, смотри, да, вон. Я выложу. Молодцы, молодцы, правильно. Давайте, воруйте, воруйте. Что ж вы делаете? Не, фляжку они же мне дали. Вы нас всех связать хотите. Ты снимаешь? Вот я смотрю. Да вон они, балыны воруют. Ну, тут 300, этот 500. Так, стоп, дружище. Ну, без обид, я нож забрал. Пока что, вот сюда закину, угол.
Так наши нам сами они отдали. Я понимаю. Я его не забираю. Ты снимаешь? Да, да, все отлично. Ты снимаешь? Да. А то я тебе камеру в руке не вижу. Я зацепил его за шлем. Ты шутишь сейчас? В руках держать ее. Товарищи в зеленых куртках. Да мы сейчас отсудим это. На, сейчас, да, да, судить, правильно, они, конечно, выходи за тобой. Далеко пойди. Пройдите, пожалуйста, за мной. Оба. Смотреть на голых мужиков. Масулята. Эх, вот какие одни зеленые бита. Что за ужин здесь творится? Работяг обычных поставляют. Ой, бля. Кореш, Гена, иди сюда. Пуля, пожалуйста, заходи. Да что мне такая судьба? Я сидим, молчим. Пожалейте вы нас. Успокойся, замолчи. Нагоняйте. Можешь ты нормально прикрепить его? Невозможно, просто третий раз уже падает. Давай сюда, я так и знал, что у тебя руки не с того места. А потом подарим за это. Камера за 250 рублей. У Сидора купил? Сними газик. И на Москву уже. У цыган на рынке. Походу кончать будут. Оружие перезаряжает, патроны готовят. Слушай, он кто-нибудь заткнёт? Да. Бурят, останови своему бурят. Ну я просил, дружище, ну помолчи, так будет легче. Кто нам что не сделает? Мы не виноваты. Не переживай. Да чё это? Ты посмотри, за нами правда. За нами правда. В белом вообще неадекватный какой. Нет, ты. По крайней мере, то, что я здесь вижу за полтора часа, это изменение белобрысого деда. И сейчас не за про не за что я сама тебе поверили типам, которые работают на бандитов. Поверили им и разделили им ничего не понимаю. Я не знаю, на кого не работает, не вижу смысла верить, блять, одной группе, блять, и не верить другой. Слова против слов, это такое себе. Кто скажет, что мы что-то сделали? Нас можно судить, а мы ничего не совершали. Замолчи ты уже, дружище. Придет твое время и скажешь слово. Я уже высказал все, что хотел. А дальше вы решайте. Хорошо, мы решим. Я думаю, поддержите свои слова для... Нет, подожди. Поддержите свои слова для всей аудитории, так скажем, которые должны это слышать. Какой смотри аудитории? За ними с моей стороны. Какой встань аудитории? Туда, посмотри за ними. Не просохать, мне его подарили сами же эти нейтралы, чтобы я охотил. Потом в угол вы положили, вы потеряете, будь тогда был, у меня нет денег купить даже ни нож, ни даже ничего вообще. Хорошо, я его подержу себе. Спасибо. Ты видишь, как я выгляжу, так что найдешь меня из-за толпы. Да, спасибо, найдешь. Я вижу, что ты не бедствуешь. Щит гранатомет, окончен весь заряд, лишь цинка ящики. Говорить про нас, что мы бандиты. Подождите. И как вот они сказали. Пойду пока. И только что говорили, что мы типа работаем на бандитов. А мы бы пришли сюда голые и просили бы у вас ножи, если бы мы бы на кого-то работали. Ну, я понимаю, а вот они уже не по-человечески поступили. Давайте просто дадим хотя бы штаны, они как не знаю кто же сидят. Мы пришли к вам работать на бандитов. Все же какие люди. Сейчас придет суд и все решит. А штаны им дать нельзя одеться? Я вытащу свои штаны. А, пускай. Я все, да, я тоже все вытащу, все, что надо, да. Ну тогда все. Так, друзья, сейчас, подождите. Во-первых, оденьте штаны, оденьте. Вы тут с холода помрете. Вот именно, меня уже, блядь... Хотя бы штаны, только штаны я имею в виду. Куртку нельзя, может, нельзя. Куртки тоже можно? Да вы забрали, так вы забрали все уже с них.
Не все. Уже оружие даже забрать. Смотри, можно мне вот посмотри, посмотри карманы, по карманам, можно мне одеться? Да, да, подожди, подожди, подожди. Да, да, подожди. Еще тебе мясо положу. Все, все хорошо, все хорошо, я тебе еду. Все, все безопасно. Что говоришь? Бинт, жми твой. Возьми бинт. Да там забей, там все вытащили, у меня все по карманам, короче. У меня там какая-то мелочь в карманах лежит. Ну, там дружище, оденься. И колбаса. Пятикрылый мы подрезали. Честно, заработал. Поход делал сам горячий. Ему не хуже. Да ему уже все равно, он смирился просто. Он знает, что вы уже все для себя решили. И слышать никого не станет. Вам лишь бы человека убить. Кто сказал то, что вас будут убивать? Да, а зачем под стволы подставили, оружие забрали, в какой-то, блядь, сарай загнали. Я просто видел, как полтора часа назад, я вообще как бы не по делам, да, так получилось. И видел в окошко, как убивали этого блядь. Я не знаю из-за чего. А, и потом мы с ним, так как нас всех выгнали, пошли вместе на деревню и начали рассказывать, что так и так деда избили. И потом подлетают эти типы, пойдемте, говорит, расстреляем АТП, вот эти, которые в противогазах. Мы сказали, нет, мы не пойдем, они нас просто перестреляют, они автоматическое оружие, то сюда, тем более они нам дали попить и нажить его сюда, мы не пойдем. И мы только выходим из деревни, нас окружаете вы, начинаете раздевать это и бить. Ну, не, ну и получается как-то, ну, реально непонятная ситуация. Вот в чем проблема. Вы поверили? Они нам рассказывали на... И что у меня камера нашла? Подожди. Они рассказывали на костра, так, что молчать. Они все, молчать, да. Давайте не дадим слова, правильно, человеку оправдаться даже не дадим. Да, не оправдаться, а правду сказать, это есть на самом деле. Ну какая разница? Все ты скажешь, все ты успеешь. Просто вы верите перед тем. Людям, которые говорят, что это мы якобы группа нацистов, ты посмотри на него! Посмотри на него, какой из него нацист! Который за Русь топит! Ты вот просто посмотри! И ты вот этим людям веришь! Если ты вы заметили, я сам прям чистокровный... Всех вы повязали, блядь. Хоть бы голову включили, прежде чем по морде бить. Ну сейчас мы и этих ребят досмотрим. Успокойтесь. Досматривайте сколько хотите. Вы нас досмотрели, только не досмотрели, а забрали. Чувак, господи, все, успокойся. Как мы бы были работали на бандитов? Понимаешь, вы нас не понимаете. Обещаю. Смотрите, как бы мы работали на бандитов, если мы даже без противогазов, как бы мы от них пришли вообще? Вы там радиация. Вот, даже да мы даже не знаем, где они находятся, там сказали, всё, как где-то. Всё. Так, всё. Не радиация, да, ничего, даже противогазов нет. Тихо! Мы оттуда пришли. Спасибо. Просто подумайте, кто из нас, блядь, врёт, а они этот, ещё есть. Этот и вот этот, их на выход. Самое левое, которое? Сейчас. Еду-то за что? Который голый полностью. Это один штаны. Да, один... да, дружище, ты тоже. Ну, видимо, реально попробуем. А я? Туда к стенке стою. Я тебе обещал, что все будет хорошо. Все будет. А с ними что, с бурятом? Все будет нормально. Бурят адекватно. Заткнись. К стенке прижался. Поль, ты что это, блин, думаешь? Че? Че сейчас будет? Сейчас ничего. Как думаешь, что с ними будет? Вы приговариваетесь. Вы приговариваетесь к смертной казни за проникновение на. Дайте ему там прикладом, чтобы тихо. За проникновение на территорию группировки без ее ведома. Также ты за домогательство к женщине. Я, ребят. Не, это неправда, нет. Ну, починить, не надо, не убивай меня. Что происходит? Не надо, не убивай меня. Приговор привести в исполнение. Не надо! За что?
блядь, первый раз. Теперь ваша очередь. Ужас. Наши? Да. Вот сюда подойди. Нормально. Говорю, сюда подойди. Так, что ты там смотришь? Я здесь вам на доказательства были, я так не понял. Не надо. Этих... Они, типа, вот эти двое проникли к ним на базу. Не умрут. Ага. Не сегодня. Хорошо. Как жалко так. За мной проходим. Буряты, да отпустите! Тела закопайте там. Где бурят? Бурята уже нету в зоне. За что? Ну за что? Он же адекватный был. Он совершил большую ошибку. Какую? Что он сделал? Ты приговор слышал. Так, господа, кто-нибудь, мне нужно двое. Убить. Пойдемте за забор. Они сами виноват. Есть место в рюкзаке? Паш, мы на твои виды, ребята. Ну, пойдем. Слушайте меня сюда. Если хоть одна жалоба на вас, еще хоть что-нибудь в вашу сторону, что вы делаете что-то нехорошее, хоть одна информация до меня дойдет, вы отправитесь к Якуту и тому старому. Без разницы, они уже два трупа. Если вы будете творить то же самое, что и они, вы конец видели. Они сами виноваты, и они сами сделали что? Режь в куртке. Вот за что и поплатились. Режь? Да куртку не режь, тут один чувак без куртки, алло. Так, вам двоим мы оставляем жизнь, вы здесь ни при чем. Что... Я их не вижу. Но знаете, вы под подозрением. Если хоть какой-то косяк за вами будет, можешь дверь открыть? То вы за него. Не знаю, только. У меня на лице ваш косяк уже остался, блять. С того, как меня ножом поебало, полоснул. Даже на. Все, господа, на выход. Сегодня бандиты, наверное, пополнится на 2 человека. Можем оказать медпомощь с с раненым лицом. Да. Смотри на меня, мне уже никакая медпомощь не поможет, если у тебя пластического хирурга нет. Да. Бурята, за что? Занято немного, погоди, пока. Бурята-то за что? Бурят. Алло, друзья. Берите. Ваши. Я говорил, что я. Посмотри на него. Ему уже все равно. Деда просто на его. Не, пацаны, вы тоже это правильно поймите. Вы как бы здравую тему тянете, ну, бля. Немного переборщили. Патроны и нож. Берите, это ваше. С чем переборщили? С чем? Ну не подумайте, дурака. Ну как какого дурака? Ну скажи, что я плохого сказал? Что я. А при чем тут? Потому что меня поебало полоснули, меня измордовали. Тише. Да, ребята, подвели вас на стыль. Невиновных. Смотри, в чем прикол. Тихо. Вас много, да? И вы двигаетесь вместе за одну тему. И отвечаете тоже вместе. Понимаете, о чем я? Отвечаете вместе. Я не говорю, что вы там какие-то там это, бля, уёбки нахуй или типа того. То есть видишь, ну вы выжили, потому что вы, скажем так, смогли я за тебе себя дал пояснить, обещание, а я они его за исполнил. Себя не смогли пояснить. Вот оружие только ему отдать, даже, потому что они без оружия. Без я без оружия это все взято. Все хорошо, да. Они не выживут без, с волками и так далее. Да. Вот, как я тоже обещал, оружие забирай. Вернули. Да, забирай.
А, и лицо мое вернуть, конечно. Постой. Ничего, пацаны, будет вам уроком. Да, моим уроком. Забирай. Урок. Заряжать ты умеешь, я надеюсь? Научусь. Ну все, базара. Ой, еще. Тебе сколько денег? Я не буду брать. Не. Если тебе нужно, кореш, бери, я не собираюсь. Стой, печку. Мне не надо забирать. Печку. Ну, рация у него просто... Ну, все, он уже...